Нарезаем резьбу на раме старт шоссе. Прогнали резьбу до самого конца. Дальше метчик не идет, потому что там уже резьбы нету, там труба толще, там нарезать не получается. Сейчас покажу, как это выглядит. Такая полная длина метчика. Нарезали мы его до сюда, то есть осталось буквально несколько витков. И сейчас я покажу, сколько там резьбы, как она выглядит. Вот, дошли до самого конца, дальше резьбы нет. Качество резьбы отличное. Но вот качество торцовки стакана, как вы видите, с завода советского не очень. Сейчас и стаканчик тоже торцанем. Все, резьба готова с обоих двух сторон. Смотрите, как получилось аккуратненько. Вот там вот очень хорошо видно, где наша резьба заканчивается. Так выглядит велосипед в собранном виде, на котором мы нарезали каретку, резьбу. Все установилось, все закрутилось. Все замечательно. Теперь на этом ХВЗ современная система. Сзади современный переключатель. Нашли современную трещотку. Вот такие классные ручки тормозные.